23 тонны спирту затримали супрацовники управления по борьбе с экономичными злочинствами и инспектора ДАИ. У Клименском районе яны спынили автомобиль МАН. Под час проверки сопровождальных документов и груза правоохранники выявили неотповедность. По накладных у фуры везли сок и нектар. На самой же справе у канистрах по 5 и 10 литров находился спиртоутрымливающая ваткость. Машина следовала с территории Российской Федерации в город Слуцк. И в кузове автомашины должен находиться сок, а также нектар. Фактически же, когда начали проверять, на машине находилась спиртосодержащая жидкость, а именно медицинский антисептический раствор «Феррейн» 95%. В связи с чем машина была доставлена в город Могилев, начали проводить необходимые проверочные мероприятия. Правоохранники выявили, что фирмы, куда по документах везли спирт, не иснуе, а номер податкоплательщика выдуманы. Груз затриманный, ведется проверка.